Всем привет, сегодня снова с вами Басон, и мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Так, мы вернулись с гильдии, у нас там какие-то задания вроде намечались. Извлечение шпионов. Банда разбойников просит тебя забрать одного из их шпионов из каравана торговцев. Шпион ожидает ловушка. Ну и хрен с ним. Так, я хотел бы сходить в города, найти себе жен. Или хотя бы одну. Так, глушил юг. Перенестись. Так, кого бы найти? Так, сначала сгоняем за баблом. Девочка тут что-то стоит все. По стенкам вкопанные. Да, ура! Так. Эй! Так, все спят, что ли, еще? Да! Ну же! Пожалуйста. Подвинь-ка нам пиво, пожалуйста. Йо! Это честь для меня. Ура! 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 Чего все, ура, да ура. Не бы хоть одна подклеилась. Да, ура! Так, дубовый дол. Перенестись. Хорошо, хоть перемещение бесплатное. Разбогатей, сдохни. Ну и чё? Бородка. Хрен с ней, с этой бородкой. Да! Ура! Да! Эй! Да ладно. Эй! Могли бы встретиться. Эй! Эй! А сегодня занят? Эй! Ура! Какая эй! Честь для меня! Йо! Да! Эй! Это честь норма! Для меня! Да! Ура! Ура!
Так, что у меня вообще хоть с действиями? Так, пустить ветры. За мной, жди, флирт. Смешка, триумф, да и смех. Назначить. Так, танец, казачок, чечетка, извинение. Сломя меня взад. Спасибо. Клещевый захват. Танец диска. Ну, где тут хоть одна? Ура! 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 Если б я был женщиной. Ура! 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 И чё это, они не со мной, никто не хочет? Ура! Так, поспать немножко, что ли? Желаю приятного дня. О да! Ура! Рад вам услужить. Так, ты что нас подаешь? Нифига себе тут. Говорят, Ключий берег посетил Джек из тени. Ура! Да! Ух ты! Ну, ура! Ну и ну! Да! Ну и ну! Ну и ну! Да! Ух ты! Чупи! Ух ты! Сать будешь криво. Да! Вы все еще в превосходной фу... Рад вам услужить. Шляпа Дэйва. Из оружия. 30 штук. А по урону даже близко пока нету. Ну это чисто арбалеты. Мы думали, тебя убили. Уху! Уху! Ура! Да! Где ж вы все? Были да пропали. Ура! Ура! Надеюсь, у вас все в порядке. Ура!
Пипец. Все разбежались, никто со мной не хочет водиться. А где еще-то другие? Ну, где-то с хвостиком одна ходила. Вот это глюки. Приятных впечатлений. Да! Ура! Эй! Здесь вдруг стало так жарко, или это я... Эй! А я вот сегодня свободна. Эй! Здесь вдруг стало так жарко, или это я... Я с вами. Так. Ура! Что у нас по заданиям? Нападение ассасинов. Угу. Так. Хом, поле куда-нибудь сходить. Алмагория. Так. Да! Приятно есть. Рыба, тоху. Ничего интересного нет. Тебя. Говорят, ключи берег посетил Джек из тени. Ура! Ура! Думаю, мы так сделаем вам специальное предложение, сэр. Ну что ты мне предложить не можешь? Туда больше никто не ходит. Ура! Нормально. Ура! Ух ты! Не все, что ли? Ничего нету. Это куда у нас, по-моему, в дом этим? Дом Греев. Нежить. Ни хрена себе у меня маны. Так, сгоняю-ка я к двери, вспомню, что она там вообще хотела. Ха-ха-ха!
степям вход запрещен. Оженись сперва. Да... Титулованный. То есть это Грейтон. Так. А я здесь был? Открывал. Куда мне теперь бежать? Холмогорье. Ладно. Так, а это куда ведет нас? Плотину. Так. Угу. Любовный дол. Ладно, пойдем туда. Стоп, я опять сюда же пришел. Ура! Чудесно! Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Да! Ура! Крючий берег. Приятного отдыха, сэр. Господи, блин. Так держать. Ну я что, телепортировался зря. Так, а из бутылок у меня ничего нового нету. Эликсир вечного могущества. Ладно, погнали сюда. Что-то они больно быстро молот теперь. Даже как даже неинтересно. Ух ты! Да! Ура! Ура!
Какая мощь! Да. Древний портал. Тир и портал. Ты должен попасть к порталу в центре Темнолесья. О, чудо здесь уже можно поймать. Чтобы открыть портал, надо насытить его душами нежити. Рыбку ловим мы в пруду. Давай, 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 фишка, фишка, давай. Давай, 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 давай. Опа, на. О, еще ключик. Конечно, насытить душами нежити. Ну, сейчас мы насытим. Где у нас тут веселье самое было? Чего-то вас так мало. О, давайте. Это все? А, я думал, у вас больше будет. Давайте, ну еще раз, не бойтесь, стесняйтесь. На всех магии хватит. Давай, давай. Уже окончательно. Теперь найди разрушенное аббатство. Ладно, погнали. Береги себя. Где тут можно домик прикупить? Ни хрена себе. За 29 косарей. Нафиг мне такой домино нужен. Что у нас тут есть? А ни хрена у нас тут ничего нет. Да сдрысни с дороги. Куда это ведет у нас? Приятных Ура! Впечатлений от визита сюда. Это что у нас здесь?
Да ну, отсосим ты. Все, готов, отсосин. Извините, сэр, но... Ура! Барьеры тут стоят всякие. Хм. Раньше здесь этой преграды не было. Это объясняет то, что я нашла в гильдии. Встретимся в апартаментах Мейза. Я нашла полезную книгу. Угу. Я смотрю, много чего полезного находишь, мама. Приятных впечатлений от визита. Поторговать-то не поторгуешь. Все храпят. Гильдия героев. Ты в пути? Здесь что-то не так. Что? Нет, нет! Чё-то гильдия пустая. Книга. Не забудь книгу. Опять. Зашибись. В это время Томми описано забытое волшебство ритуала скрюченного побережья, включая способы создания и снятия силовых полей. Книга написана загадочным языком, который не поддается расшифровке. Возможно, источник сможет понять его. А наставник. Теперь ты легендарный герой. Это что значит? Неизвестность, семерка, легенда. Мировоззрение 100+, привлекательность 65, ужасность. Твоя мать оставила для тебя задание. Скорей, приходи ко мне в комнату с картой. Теперь направляемся в трапезную. Где ж ты, наш юный пион? Лечение шпиона. Это ужасно. Джек снова схватил твою мать. Утром мы с ней говорили. Она рассказала о мече и ключе к нему. Нельзя, чтобы Джек победил. Ты должен помешать ему добыть ключ на крючьем берегу. Для тебя есть задание, но если ты его возьмешь, придется бросить все остальные. Оно важное.
Хорошо, закончи все начатое и приходи, когда будешь готов к величайшему подвигу, но... Короче, Лифосовский. Так. Но Боуи Нолл. Нет там. Юг. Надо сходить, постричься. Это что-то как-то с бородой ходить. Так. Желаю приятного дня. Раб стоит на всю улицу. Ты что здесь забыл? Да! Ой, это ты! Ух! Ура! Эй! Ей! Ей! Ух! Гип-гип, ура! Ей! Ей! Дерзай, ну же! Дерзай, ну же! Так, утро, утро, утро. Ура! Обычная стрижка, привлекательность. Так, бритая голова нет. Классическая борода. Ужасности много. Даже не знаю, что поставить-то. Гладко выбрито лицо. Вон горшок. Археолога похитили. Эй! Вам... Угу. Так. Привлекательность. Ужасность. Ну ура! Так, обычная стрижка. Ужасность. Крючий берег. Странное место. Археолога похи... Так, данные. Ужасность сразу зашкаливает почти. Легендарный воин. Ура! Ура! Ядрен батон. Ура! И снова мы встретили. Мечника нанять не хочешь? Да! Хочу пиво. Ну даешь. Hey. Мы могли бы встретиться. Эй! Hey! Hey! Ура! Я так тронута. Hey! Это мне? Не могу поверить. Ура! Hey! Мы могли бы встретиться. Неужели я сплю? Ура! Ура!
Ура! Так, а если так? Подарки. Назначить на восьмерочку. Ура! Ура! Не улавливаю. Ура! Да. Ура! Ура! Великолепно! Ура! Рик пивка! Че, все? Ура! Меня больше никто не любит. Приятных впечатлений от визита сюда, сэр. Рад вам услужить. Археолог в плену! Ура! Ладно. Так. Больной ребенок. Книги, охот сокровищем, часовой с корма. Три часовни сравнения по параболу. Храм света. Падение ассасинов. Ура! 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 Ну-ка. Ух, нифига себе. Вот это прибыль у нас тут. За сдачу домика. Хоть как-нибудь, блин, закадрить-то. Здесь вдруг стало так жарко, или это я... Чего-чего? Чего-чего? Ура! Ура! Гильдия тебя ждет очень важное задание. Не поняла. Да. Ура! Да! 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 Ура! Ура! Здесь вдруг стало так жарко, или это я... Эй! А я вот сегодня свободна. Пошли. Конечно, пойдем. Эй! Ну, сказал же, пошли. Пошли. Конечно, пойдем. Так, дом. Нет. Не так. Не поняла. Может, пойдем куда-нибудь еще? Пойдем куда? Ура! Ура! Надеюсь, у вас все в порядке. Рад вам услужить. Так. Говорят, ключи верили. Убил Джек из тени. Ура! Пошли. Ура!
Тасовка. Подходи, отличная игра. Ну как? Ура! Какая честь для меня. Готов помочь. Так. Пиво. Есть хвосты, которые зарабатывают, покупают и перепродавают. Мне переполняет чувство. Это прелесть. Великолепно. Стало так жарко, Элита. Эй. Чего-чего? Ура! Ура! Даже не знаю, что сказать. Спасибо. Отлично! Не эти даёшь. Тапочки нравятся. Ты что, закупил их оптом? Ура! Мужики! Ура! Да кому они нужны? Очень хорошо. Да. Стоять! Закупил их оптом? Мужики! Да кому они нужны? Ура! Не даёшь! Пошли! Ура! Ура! А разве ты не уже... Мужики! Чудесную кружечку приняли! Готово. Ух ты! Все радостные, но только никто не хочет со мной ничего мутить. Ладно. Так. Ты кто у нас? Топоры, щиты, доспехи. Ура! Татуировки. Ура! Рад вам услужить. Мы думали, тебя убили. Ура! Уху! Хрен с вами тогда. Гильдия героев. Погнали за заданием, которое там важное. Твоя мать оставила для тебя задание. Скорей, приходи. Это ужасно. Утром мы с ней говорим. Нельзя, чтобы Джек победил. Для тебя есть задание. Хорошо, теперь скорее давай тавматургию. Чего-чего? Когда окажешься у преграды в аббатстве на Крючьем берегу, я свяжусь с тобой через амулет. Если я не перепутал слова, преграда обязана рухнуть. И... Ну, зашибись. Ты получил новое задание. Перенестись. Столько было желающих. Теперь... Нифига. Скорее бежим! Он за нами гонится! Нет, мы все здесь погибнем! Это что за хрень была? Уничтожьте магический барьер. Ну что, погнали. Thank you.
Да. Калистору некусарар меноксисус сум. Калистору некасарум меноксисиум. Перетуре. Что за песнопение, мать вашу, а? Ты жив. Я волновался, когда ты пропал. Твоя сестра, я знаю, пришлось ее связать. Джек захватил над ней власть. Поэтому я здесь, я пытаюсь его остановить. Он лжет. Он работает на Джека. Нет, она хочет тебя запутать. Она... На это нет времени. Старый ты знахарь! Совершай ритуал, Мейс! Ключ нужен мне немедленно! Я почти закончил. Теперь все будет проще. Вот то предал-то, а? Значит, ты улизнул из моей западни. Странно, что так поздно. Я надеюсь, вы не потратите слишком много своей драгоценной крови. Ключ. Долго же ты от меня прятался. Отвезти эту парочку в палату. Я скоро там буду. Зашибись, предал, мудак. Удивлен? Зря, зря. Лишь недоумок встал бы на пути у Джека. Ты не победишь, малыш. Мир принадлежит Джеку. Знаешь, что твою жопу надеру. Глупо было думать, что ты справишься с Джеком. Я хорошо знаю твои слабые стороны. Я хорошо знаю твои слабые стороны. Да ладно, это уже не пользуемся. Старайся получше. Задрал мне уже бегать.
Знаешь, почему я пощадил тебя в детстве? О, сундучок на 15 ключей зато нашел. Угу. Что хоть за топорик-то? Ни хрена себе у него урон 240 плюс модификатор укола. 240. Тяжелый он. Да ладно, зацепил так. Ну. Оставили. Да ладно. Помер, предатель. Я был неправ. Может быть, ты сумеешь победить Джека? У тебя осталось мало времени. Он использует ключ, чтобы активировать места средоточия силы. Тогда он получит меч. И будет слишком поздно. Они хотят его остановить. Никто из них не сможет. Хочешь спросить, почему я так поступил? Наверное, потому что я старый трус. Не все готовы к смерти. Для иных из нас задача, единственная задача, избежать ее любой ценой. А я, похоже, не сумел. Да, ну. Нефиг было предавать. Фибула Мейса. Всегда есть маяк. Теперь что мне делать? Герой, я жду тебя в гильдии. Доставал столько меч, а в итоге он оказался не столько сильным.
Какой-то найденный на маяке топор оказался мощнее по урону. Ты вернулся. Дела пошли хуже, чем я думал. Предательство Мейза подкосило всех нас, но есть проблемы и посерьезнее. Джек пытается активировать места средоточия по всему Альбиону. Ты должен его остановить. Любой ценой. Подробнее я объясню через амулет, а сейчас ступай в портал. Ты так, получил новое задание. Так. Меткость, магия. Дофига надо. Щит, исцеление. Щит вкачаю. Так. Огненный шар, стена огня. Покачаем град стрел, наверное. Больше и не хватает. Так, на этом, я думаю, закончим прохождение данной части игры. Всем спасибо за внимание. Оставляем комментарии под видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Ждем дальнейшего прохождения игры. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.